Доброе утро. Наша коллега, журналист редакции финно-угорских и тематических программ Татьяна Гордеева, неустанно знакомится с традиционным укладом жизни и хозяйственной деятельностью коренных малочисленных народов Севера. Сегодня Татьяна у нас в гостях и готова рассказать нам о своей новой программе в рамках цикла передач «Северный дом». Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Татьяна. Рады вас видеть. Новая программа называется «Крепкие люди на земле покорителей». Рассказывайте, о чем она? Крепкие люди – это ребята в возрасте от 7 до 18 лет, которые в конце лета решили все-таки классно провести свое время с пользой для ума и для тела. Пришли в этнографический музей Торума, чтобы научиться выживать, как настоящие ханты, мансиненцы, охотники, оленеводы, рыбаки. Вот как раз мы сейчас наблюдаем, как ребята учатся добывать огонь. Ага, это берестяная чаша, в ней ребята кипятили воду. Это для меня было самое потрясающее открытие. Мы мастерили ее тоже сами, да? Да, все мастерили своими руками. Ребята, я плохой физик. Это сразу видно, как я плохо училась в школе. Если в любую посуду налить воду, не сгорит эта береста или там пластиковая бутылка. Классно на моих глазах. Я тоже хотела выпить чаю. А береста, казалось бы, дерево, ведь бумага. Конечно. Да, немножечко там будет пахнуть смолой, но от этого чай не свои вкусовые качества. Наоборот, естественно. Конечно, мы же травки добавляем в чай. Вот это было классно очень. Но крепкие люди – это от понятия физически крепкие, да, или? А здесь все духом крепкие, потому что если ты заблудился, должен найти возможность выкарабкаться из этого жуткого состояния. Надо идти к реке обязательно, смотреть, как располагаются хвойные деревья. На востоке они чаще всего солнцем озарены, поярче, конечно, светят веточки. Потом на юге эти веточки длиннее, чем на севере. Вот крепким духом не запаникуй. Выживи в этих условиях, но и оставайся крепким физически, чтобы, не дай бог, оказавшись на болоте, ты, извините, не провалился в это болото, а сумел, опять же, выкарабкаться. Нужно быть сильным и физически, и морально. И морально. Вот ты как раз сейчас мы смотрели, эта съемка была в Торума в Ханты-Мансийске, правильно? А как вообще выбираете места для съемок? Места для съемок я набираю таким образом, где я еще не побывала. И туда я еду, чтобы изучить мир. Это как, знаете, открытие. Ведь мир огромный, и интересно побывать там, где ты еще не был. Конечно. В первую очередь, это личный интерес, не интерес журналиста. Или здесь все вкупе? И личный интерес. Вы знаете, когда я работаю, и личный, и журналистский интерес, вот почему-то они объединяются. Да. И так здорово, что я делаю то, что хочу, и еду туда, куда хочу. И это самое классное качество вот у меня, как у журналиста, что меня никто не водит, никто не направляет. Ищу сама темы. Потом мы же очень много лет работаем с коренными жителями. Они приглашают в гости. Там, фестиваль рыболовных традиций. Мы сейчас были в Козыме, готовим программу. В Трамагане. Сегодня в нашей программе, кстати, мы его дублировали, этот сюжет, да. Поняла. Все желающие смогут посмотреть во втором части программы. Поняла. Потом в Трамагане, Сургутский район, есть поселок, который назван по имени Божьей реки, Тромаган. И культуру коренных жителей там сохраняет немка по национальности Майя Швейд. И вот потихонечку, путешествуя по разным местам, я нахожу удивительных, классных людей, о которых я бы с огромным удовольствием делала программы бесконечно. А Торума рядом, никуда ехать не надо. Поэтому, признаюсь, эта съемка, самая легкая, наверное, для моей практики, дома, конечно. Но вы сами-то опробовали веревочный парк, да? Мы знаем, что сейчас там открылся, к сожалению, название не припомню. Все в порядке. Каснема, земля покорителей с мансийского языка. И как раз-таки вот программа этнографическая для ребятишек «Крепкие люди», она и переросла в веревочный парк. Мы научились кипятить воду в чаше, которую мы создаем своими руками. Учимся огонь добывать там из огнива. Учимся ориентироваться в местности. Но куда деть детскую энергию? Конечно. Все-таки этого мало для того, чтобы выплеснуть. Конечно же. Валять дурака в хорошем смысле этого слова в веревочном парке. Я там полазила, почувствовала себя вновь 12-летней девчонкой. Не хотелось уходить, да? Да. Главное, вот побывать в детстве, главное не впадать в него, вот, но это было здорово, конечно. Я обязательно вернусь еще. Сейчас просто летние такие дни, последние жаркие. Ну, тяжело, потому что там же и хочется и самые сложные уровни пройти. Подожду, пока погода станет комфортной, обязательно полазю своим сыном. А там есть инструкторы? То есть кто-то обязательно есть инструкторы. За малышами наблюдают обученные специалисты. Постарше ребята ходят сами, потом есть защитный трос, который
Если мы застрянем на середине пути, нас спасут. Да, можно, я была свидетелем, можно висеть спокойно. Совершенно верно. Но эмоции вы получите незабываемые. Поэтому это здорово, что появился такой веревочный парк. Знаю, что он есть в Белоярском, Пытьяхе, теперь в Ханты. Татьяна, когда выходит новый выпуск вашей программы? Программа выходит в четверг. 26 августа. Сейчас, сегодня у нас 28. Сегодня 24. Вот человек работы сразу видно. А я не замечаю времени, конечно же. 26 августа. И время? 19.15. С удовольствием посмотрим ваш свежий выпуск. Татьяна, большое спасибо, что пришли, что рассказали. Спасибо. Очень рады были вас видеть. Приходите к нам еще, конечно же. Но мы с гостем прощаемся. С вами, дорогие телезрители, увидимся совсем скоро. Оставайтесь с нами.